Всем привет! С вами Андрея. Привет, товарищ. Темный мир еще. Что такое? А, мы здесь зашли. Портал, да? В чем прикол? Да, блин. Как мне эта синусоида поможет? Не вопрос, она там нужна, надо ее ждать. Ну куда это, блин? О, ну давай. Кстати, надо было в темный мир пойти. Ладно, ждем. Да, на обратный вернуться. Мы взяли ключ, нет? Нет, значит, только первый. Два. Не дотягиваем до него. Мне тогда отстреливают. Это простой уровень.
нечего делать. Челести. И вообще Челести сложная игра, а это легкая. В шипастых играх мне не нравится, что там сохранений нет. Там редкость. Так там все нормально сделано, но... Сколько раз люди говорили, что все какую не умирают. Уже умеют делать прыжки, но, блин, из-за отсутствия сохранений приходится одно и то же раз за разом повторять, как в безумном кошмаре Альберта Эйнштейна. Кстати, не надо на правую сторону, по-моему. Вас еще про еще Эйнштейна цитировал, помню. В игре. Он говорил, что одно и то же повторять безумно. А, это ключ от того. Понятно. А от ласки это где ключ? Сегодняшняя версия такой будет пятничный подыток недели. Серия. У меня, кстати, 45 уровней уже в игре, я вынули. Надо будет стрим по ней запустить. Пробовать пройти все. Получается. Блин. Он же умер. Он что вылетел за экран. Можно как-то вот так спрятаться. А, вот. У нее это дырёвый ключ есть. Что, пластырь? Блин, сейчас так туго было нажатие на джойстик. Мне казалось, сейчас резинку разрежу. Брауни. А мы его что, не побеждали с вами, что ли? Шотландская сказка была про Браун. Вообще Шотландия это родина хорроров. Помните, утиных услуг? Это DuckTales 2 на NES.
Там последний уровень был в Шотландии, и там еще мы части древней карты собирали, чтобы получить эти, чтобы попасть в канализацию Шотландии. И там тоже была очень страшная музыка, все вот это вот мрачно. Так вот, Искру Шумагдак и Макмиллен из Шотландии. Создатель игры Макмиллен. Тоже Шотландия. Народные сказки Шотландии, они сами на хорроры какие-то похожи. Там про Брауни, про костлявую руку сказки. Такие у них. Там, короче, мать Брауни, она имела костлявую руку. Там что-то дымоход. Из дымохода она у нее рука вытаскивалась. Там у скелета такая вся. И... его пацаны какие-то обижали этого Брауна, то есть они ему сказали, возьми уголь из камина. Чисто пересказываю. Может быть, поискать где эти сказки. Я так понимаю, что Айзик тоже основан на шотландских сказках. Байден оф Айзик. То есть все творчество Макмиллана, оно из Шотландии. Нет. Блин, а в чем там прикол? Там вправо, что ли, надо было идти? У меня что-то какое-то чувство дежавю, как будто мы это делали с вами. Хотя вряд ли. Так. Сохранения вроде бы как со старого компа на этот были перенесены все. Позже сейчас черный мир проходить. И тут выйти. На карту. Да. Как темный мир. А, темный мир-то не весь. Давай, что? Не то, что мне босс не хочется, просто сейчас скоро спать ложится, и я хоть не буду делать сильно большую серию, я хочу темный мир, чтобы в серию попал. Может, это выебывающийся дурак. Надо еще тот ключ.
взять, что ли? Какая-то шипастая хрень, не игра. Как в тех шипастых играх, самое все. Что не прыгнул, а? Рано. Можно рано прыгнуть, печально. Мне надо поискать те сказки. Потому что их можно было под страшный копыт. Можно было на фоне огня или на фоне этих Gacha Life. Можно было бы порассказывать, наверное, эти сказки народные. Что там лютая дичь у них в Шотландии происходит. Мне кажется, даже сам этот Эдуард Успенский вдохновлялся, когда писал свою эту черную руку, костлявой рукой ихней. Блин. Понимаешь, чел родился в Шотландии, то ему только хорроры и делать всякие. Кровь, кишки, монстров. Это уже как... Шотландия — это уже как приговор. Вот делать хорроры. Просто в страшной стране. Это какой бандаж? Где бандаж? Я чуть не помню, что мы убрали. Это такой Элен Бенит. Я еще не помню, что мы Элена брали. Но вот этого был Богма. Но все равно мы боем буду играть. Потому что другие не каноничные. То есть не будет не получаться возьму. Блин. Ну да, вот сейчас нужен командор видео, может. Вот сейчас нужен другой персонаж. А у него в чем способность? Нет. Не командора я хочу. Этот корабль. Я... А как? А, да. Кстати, вот эта девочка из этого... У нее же кровь была жёлтая. Это... Девочка из Челести. Рукожопы.
Девочка с челюстью могла хвататься. Только до меня дошло недавно. Мне казалось, игра непроходимая. Как оказалось, она хвататься умеет, прикиньте. Я просто репетирую, потому что, блин, ну, в нее. Я думаю, сначала игру пройду, а потом мы пройдем на видео или в прямом эфире. Что... Не хочу брать то, что я не умею. Уже. Супер Meat Boy-то я не знаю, что будет. То есть для меня все это как неожиданность, что сейчас происходит. А там я так не хочу эти же ощущения испытывать. Хочу уже, чтобы все было. Хотя бы мне понятно. Хотя бы какие-то азы понятны, при чем приступлю. Перед вами позориться. В той игре. Да ё-моё, а он вообще там может забраться? Или нет? Супер Meat Boy бы забрался, блин. Может, робота с пропеллером попробовать? Йозеф. Как он делает? А. Куда ты, Йозеф? Почему он теряет управление? Что за лох такой? Вот Джилл мне нравился. Не помню почему. Я не знаю, кто это. Что это за лох такой? Многие персонажи, я не знаю, откуда он взял. Потому что вроде отсылки не на свои проекты какие-то. Пасхальные персонажи. Хорошо, если никто с ним не судился за это. Огма. Помните его? Он прекрасен. Он как раз для таких сложных мест. А, только. Кстати, он почему-то умирает без крови. Он вверх плохо поднимается почему-то. Меня сейчас джойстик подвел. Именно левый. Ну или вот опять. Он вообще плохо вверх. Да куда ты? У него свой способ обходить ловушку с помощью двойного прыжка.
и не въебываться в нижнюю. Так что тут либо хэдкраб, либо логзвук. А вот здесь ему двойной прыжок нужен, чтобы повыше. Блин. И что тут делать? Так. Ну, может быть, проходим с помощью Супер Мидгоя. Ключик. Делать после взятия ключа. Не чешется нос почему? Сюда. Дуд Огзма бы пригодился. Опять джойстик подвел. Опять. Блин, этот джойстик, не знаю, надо, наверное, в Алиэкспресс какой-нибудь заказать новый этот мусоропровод. Вообще, я не знаю, вот туда где он. Всю жизнь меня замучил. Главное, в детстве на Денди у меня таких проблем не было. Сколько джойстиков. Они просто ломались, ну там, как бы... Провода отрывались, там все. То есть в негодность полнейшую приходили. А так, чтобы попало делать, не было такого. Так, так раньше не сподабливались с такой ерунды. Чтобы джойстик делал, что попало. Чтобы заедал во всех местах. Кстати, а мы в 14-м? Я просто не пойму, в каком. Давай узел попробуем. Потому что он у нас проходил такие места, где... Где это самое... Надо между двумя херни. Блин. Но ему это херово удавалось. Давай попробуем. У кого это хорошо? У кого инерция? С инерцией хорошо. Так, вот этот чел. Так. Командир сраный. Он как принцесса может зависать. Но у него не то чтобы хорошая инерция. Так.
Угу. Джилл. О чем прикол Джилла? У него забавный хвост. Блин, это глюк этого джойстика, извините, что он за карту ушел. У этого двойной прыжок. Че ж ты наверх-то не можешь запрыгнуть? У него лучше всего инерция, пока что. Нет, или так кажется. Но почему-то плохо наверх запрыгивает. Ай, почему? Почему-то развернулся. Наверное, джойстик его развернул. Что же еще могло? Главное, он, смотрите, наделают всяких этих курков сраных. Вот эти сделать, чтобы как раньше нормально, без глюков. Это, блин, мы не можем. Раньше и двух кнопок хватало. Вот это хрень сломана. Сама крестовина. Нифига не работает нормально. Трастмастер, блин. Позор. Трастмастер. Так. Да еще не другое. Во-первых, персонажи там другого. Кстати, я хит-краб какой-то по инерции. Первый знает. Не все персонажи. Нам еще за эти покупать за лейкопластыри 18. Нифига. Он еще чем-то стреляет. А, это тот же уровень, только нам понизу ходить не надо, потому что там кислота. А почему этот персонаж незаконный? Кстати, тут его нельзя уже. Цвет какой-то грушевый, дюшес какой-то.
Надо меньше задевать пол. Ладно. Потом. Всем спасибо за просмотр. До встречи в следующей серии.